Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова мы на финансовых рынках, снова продолжаем следить за тем, что на них творится, что является основной движущей силой, локомотивом, катализатором, как угодно можете называть это, что толкает наши привычные инструменты вверх либо вниз и что сейчас правит балом в качестве основных новостей. Всю неделю мы с вами следили за статистикой как канадского происхождения, американского происхождения, за европейской валютой, ждали заседания ЕЦБ, поскольку понятно, исходя из каких причин, именно этому заседанию прочили статус того самого новостного события, которое способно повлиять на то, что произойдет с евро дальше. Но при этом мы изначально готовились к еще одному событию, которое уже, можно говорить, явно недооценили. Собственно, так же, как и недооценили все. Ни Европейский центральный банк выступил основной движущей силой, ни статистика по штатам, и даже не те настроения, которые сейчас присутствуют касательно каких-то политических преобразований, даже важности идеи и темы повышения лимита государственного долга, весь этот новостной фон меркнет по сравнению с тем, что сейчас является центровым событием. Вот, собственно, сегодняшний день я начал с оценки последствий разрушительных природного феномена, катаклизма, стихийного бедствия, шторма, века, идеального шторма, точно уж исторического события, как правило. Такого рода события являются в будущем сюжетами для голливудских блокбастеров. Это шторм, который пришел на смену Харви, шторм, который называется Ирма. Вот сегодня пытался найти какие-то официальные уже оценочные факторы, обстоятельства, которые позволили бы нам говорить не только, что это, скажем, шторм действительно масштаба, которого еще, возможно, Атлантика не видела. Мне нужны были конкретные цифры. Вот последнее, что я смог найти, это официальная экспертная оценка ООН, которые отметили, что зона поражения будет просто катастрофической. Сейчас большинство регионов еще в статусе ожидания. В режим чрезвычайной ситуации введен по многим уже американским штатам, прибрежным районам. Сейчас чуть по географии пробежимся. Скорость ветра может превысить 300 километров в час. И этот ураган может создать серьезные проблемы и стать причиной того, что пострадают больше 35 миллионов человек. Если вы сейчас посмотрите на котировки финансовых инструментов, то сразу сможете понять, что рынок уже плевать хотел на ЕЦБ, плевать хотел на статистику всех регионов, уже не интересует, что произойдет с процентной ставкой, по крайней мере сейчас. Все только видят ажиотажный спрос на защитные финансовые инструменты, на вот этот пласт, плеяду тех активов, в которые традиционно уходит капитал, когда возникают подобного рода новостные факторы и обстоятельства. Это традиционный набор инструментов. И если я окажусь прав, то этот набор инструментов должен исключительно расти. Что это? Это золото, которое находится, вы сами видите, на каких уровнях, это годовой максимум. Далее у нас идет японская валюта, традиционный защитный актив, мы объясняли уже, с чем это связано, Япония кредитор, идея репатриации капитала, защита, собственно, инвестиционных средств, возвращение их на родину, скажем так, когда пахнет жареным, скажем, в других площадках. У нас снижаются доходности американских трежерис. Почему они снижаются? Потому что растет спрос на эти активы, на главные, самые надежные облигации мира. До сих пор они удерживают статус за собой именно такого рода. У нас укрепляется франк. И все это связано не с тем, что рынок реагирует на возможности того, что на реализацию реформ Трампа понадобится еще чуть больше времени, чем планировалось ранее. Рынок реагирует не на то, что ФРС может повременить, собственно, с повышением процентной ставки. Рынок уже начинает закладываться под последствия вот этого разрушительного стихийного бедствия. У меня есть очень хороший знакомый, который вот как раз проживает во Флориде. Сейчас там идет спешная эвакуация. В частности, он познакомил меня
достоверность некоторой информации, которая, возможно, для большинства тех, кто не имеет отношения, опять же, к американскому рынку, остается в тени. И действительно, сейчас власти до последнего сдерживают то, что сейчас происходит, поскольку не хотят, чтобы разразилась паника, которая, собственно, никому сейчас не нужна. Но эту панику, скорее всего, уже в ближайшее время не удастся подавить. И то, как сегодня укрепляется иена, как валится доллар, это уже реакция трейдеров, которые увидели то, что скрывали долгое время. Поэтому сегодняшние мы поговорим про статистику сегодняшнего дня, мы подведем итоги Европейского центрального банка. Но я уверен, то, что сегодня основной идеей, которая будет господствовать на рынке, это уход лавинообразный в защиту. Возможно, даже если мы готовимся к тому, что этот ураган Ирма ударит по штату именно в эти выходные, возможно, даже в ближайшие часы, соответственно, открытие следующей недели нас очень сильно, скажем, может удивить, потому что, ну, удивить, если мы не подготовимся заранее, удивить в каком смысле? Я думаю, то, что вряд ли нас ждет спокойный переход с пятницы на понедельник. Если действительно все так плохо, как, скорее всего, есть на самом деле, в понедельник нас будет ожидать открытие с гэпом по всему спектру финансовых активов. Почему? Потому что с самого открытия торгов очень много денег по оценке последствий и вот этого урагана Ирма опять же начнет перетекать в защиту. И это станет причиной роста рисковых инструментов. Ну, валютный риск, он растет, потому что падает доллар. Доллар падает, потому что снижается индекс доллара, снижаются доходности трежерис и растут конкуренты. Собственно, доллара – это защитные активы, о которых я уже сказал. Вот, собственно, по географии. Я выписал себе даже на листочек. Сейчас, как я уже вчера отмечал, под угрозой буквально весь Карибский бассейн. Уже разрушенный, скажем, большая часть инфраструктуры на острове Барбуда, часть острова Сен-Мартен. Постепенно он смещается в район Доминиканской республики, Гаити, Кубы и, конечно же, США. И вы понимаете, что это не какая-то миграция урагана, это просто масштаб вот этого стихийного бедствия, которое уже является историческим. Такого еще не было. Последнее сообщение из Флориды. Это, кстати, спасибо моему другу. Очень активно сейчас идет мобилизация Национальной гвардии, больше 10 тысяч человек. Эвакуируют военную базу Кей-Вест, чтобы вы понимали, это не маленькая военная база, это военная база, где численность персонала около 10 тысяч человек. И почему? Потому что никто не сомневается, что эта военная база окажется под водой. Эвакуируют инфраструктуру и, собственно, мощности. Что касается вот этой экспертной оценки, с которой я начал, то есть экспертной оценки ООН по фактору разрушительных последствий, я думаю, что вы все прекрасно понимаете, когда у нас есть возможность касаться заявлений тех служб, которые вроде бы как должны и освещать всю информацию, и должны сдерживать вот эти панические настроения. Я хочу сделать вывод о том, что, возможно, даже вот эти ожидания, они несколько преуменьшены, чем есть на самом деле. Картина будет еще более плохой. Я советую вам сегодня, если вы интересуетесь вот этими трендами, которые могут быстро ломать все, что складывалось на рынке до этого, если вас интересует, что произойдет с вашими сделками дальше, реально, на перспективу, скажем, ближайшей недели. Сегодня будете очень активны в плане отслеживания новостного фона и попробовать, скажем, разнообразить источники вашей информации не только теми, скажем, данными, которые имеют место и возможность получать, опять же, в рамках российского пространства, к примеру, в рамках стран СНГ, но попробуйте залезть еще на зарубежные источники, посмотреть, может быть, даже канал на YouTube, вам помощь там, вроде бы как, опять же, видеоматериалы очевидцев. Вы сами поймете, насколько ситуация сейчас действительно серьезная. Военные эвакуируют гражданских, вертолеты, корабли, другие воздушные суда. Почему? Потому что из-за колоссального трафика, который сложился, у людей нет возможности покинуть многие регионы. Люди дерутся уже за еду, за воду. И этот ураган, он только грядет. Затронуты какие-то еще локальные регионы, которые находятся на окружности, но он постепенно смещается к наиболее уязвимым регионам, которые, соответственно, и станут уже следствием самых разрушительных последствий. Вот почему я позволил себе
сделать акцент на то, что все может случиться в эти выходные. То есть будет та пауза, когда у нас будет отсутствовать возможность отреагировать в момент. Но мы должны подготовиться к ним заранее. Таким образом, уже понимать то, что на ближайшие дни нам вообще стоит забыть о, скажем, о том, что может скорректироваться валютный риск, потому что валютный риск не скорректируется, когда все деньги уходят в защиту. Теперь, что касается последствий, друзья, кто-то говорит то, что вот ураган Катрина, который случился в далеком, по-моему, пятом году, экономические последствия и ущерб этого стихийного бедствия составил около 200 миллиардов. И тогда, вы помните, можете даже посмотреть на реакцию рынка и убедиться в том, что реакция была просто тоже колоссальная. Сейчас об экономических последствиях мы можем говорить в формате совершенно другой цифры. 1 триллион долларов. И это тогда, когда Штаты не могут договориться до сих пор о повышении лимита государственного долга. Да, позитивный момент для финансовых рынков. Вот, кстати, единственный актив, который вчера удержался на плаву, это была мировая фондовая секция, особенно развитых рынков. Ну, я думаю, что это лишь последняя возможность была закрепиться и побарахтаться на каких-то локальных экстремумах и хаях. Все изменится сейчас, друзья. Поэтому я долгое время старался не давать никаких рекомендаций по американскому фондовому рынку. И я считаю то, что сейчас пришло время, чтобы поставить на затяжную коррекцию. И допуская то, что вот этот пузырь, который накапливался в последнее время, он, может быть, и ждал вот этой такой острой иголки. Именно того, что невозможно спланировать, к чему невозможно подготовиться, но то, что выпечет все вот эти очевидные проблемы. И, соответственно, такой иголкой как раз и выступает ураган Ирма, которые вот-вот обрушатся на территорию Соединенных Штатов Америки. Вернемся к нефтянке. Что у нас происходит с этим рынком? Вы все прекрасно видите, то, что рынок нефти растет, уже тестирует сопротивление 55 долларов за баррель. Но я думаю, мое вступление, которое я уже сделал, оно отчасти отвечает на вопрос, почему нефть растет. Да потому что очередной ураган – это снова проблемы, которые не удалось разрешить еще после урагана Харви, который вот-вот, собственно, только завершился, раны начали зализывать, и вот, пожалуйста, следом идет еще более серьезное стихийное бедствие. Снова Мексиканский залив. Но только сейчас мы говорим то, что под основным ударом будут не нефтеперерабатывающие заводы, а объемы нефтедобычи. И я хочу сразу обратить ваше внимание на цифры. Что такое Мексиканский залив? Мексиканский залив по добыче примерно 2 миллиона баррелей в сутки по нефти. Соответственно, вспоминаем, сколько нефти добывается всего в США. 9,5 по последним оценкам. 2 миллиона – это получается больше 20%, соответственно, той нефтедобычи, которая может оказаться под ударом. Потому что ураган Ирма накроет все платформы, все буровые. Работа встанет на паузу, деятельность будет блокирована. И это не говоря о том, что какой процент инфраструктуры окажется в состоянии полного тотального разрушения. Чтобы наверстать все вот эти показатели, прежние уровни добычи, на это понадобится очень много времени. Я допускаю то, что на, скажем, отход на восстановление от Ирмы может уйти даже больше месяца. Теперь резюмируем. Если под угрозой нефтедобыча в США, значит мы говорим то, что один из регионов, который ранее выступал причиной, оказывающей давление на котировки черного золота, из-за того, что добыча нефти росла, добыча нефти в Штатах – это компенсатор всех усилий ОПЕК, которые были направлены на снижение предложения и восстановление баланса спроса и предложения. А сейчас Штаты вынуждены будут снижать объемы добычи. И у нас первый раз, возможно, с начала 2017 года появился тот самый фундамент, который позволит нам, позволяет говорить и рассчитывать на более скорую или правильный наиболее вероятную ребалансировку вот этого процесса восстановления равновесного состояния между спросом и предложением. Это еще не 100%, но я думаю то, что рынок нефти сам крайне чувствителен к тому, что происходит, и то, что мы видим сейчас, это уже, опять же, закладывание под то, что я сейчас пытаюсь вам объяснить, это закладывание под то, что Штаты
по добыче серьезно просядут. Это закладывание под то, что усилия ОПЕК с начала 2017 года хотя бы сейчас станут более-менее, скажем, с претензиями на что-то в плане восстановления именно показателей баланса и разрешения проблемы с перепроизводством. Поэтому даже несмотря на то, что долгосрочная картина, взгляд у нас был исключительно медвежий, я хочу признать то, что сам факт вот этого случившегося форс-мажора, возможно, это тот самый фундамент, который сейчас должен заставить нас уже с опаской смотреть на скорую реализацию коротких позиций и с большим уже интересом поглядывать на покупки. Если в эти выходные, в понедельник мы снова с вами увидимся, посмотрим за последствиями, действительно ли все так плохо, мы сможем снова поговорить и про влияние этого урагана на нефтянку. Будут, опять же, подтверждения всего того, чего я сказал. Котировки нефти марки Brent будут тестировать даже отметку $60 за баррель. Я надеюсь, друзья, то, что вы привыкли считаться, опять же, с событиями такого рода, которые появляются. Иногда нужно признать то, что есть обстоятельства непреодолимой силы, которые заставляют нас, свято верящих в реализацию какого-то сценария, корректировать свои планы. Мы здесь, к сожалению, ничего не можем поделать. Мы абсолютно бессильны, как и все, в принципе, человечество. В данном случае единственное, что краткосрочно можем переквалифицироваться в локальных покупателей нефти, и пока ситуация не утихнет, не отказываться от этих позиций. Рубль 56,84. Укрепление Роснефти приводит к росту курса российской валюты. Но здесь уже сработают в ближайшее время и тормоза, которые выступят, опять же, той самой планкой, когда чрезмерная перекупленность рубля будет угрожать уже росту дефицита российского бюджета. Это, скорее всего, те самые уровни, которые мы с вами наблюдали больше двух месяцев назад, когда котировки пары доллар-рубль находились на отметке 56-57. Но ниже этих уровней российская валюта вряд ли уйдет, потому что сам Центральный банк будет препятствовать дальнейшему укреплению рубля. Да и в целом по российской валюте у нас прогнозы не меняются. Единственное, что нам приходится ставить на холд вот эти ожидания скорой девальвации, работать с текущим фундаментом и все равно настраиваться на то, что рубль вынужденно окажется там, где должен оказаться. Это хотя бы в районе 60 против доллара. Американская валюта и, собственно, американский фондовый рынок здесь в связке можно рассмотреть. В целом, вы помните про соглашение Трампа и Конгресса о том, что продлить период рассмотрения и возможности поднятия лимита государственного долга до середины декабря. У нас был сильный, это позитивный момент, у нас был сильный отчет ISM по активности в сфере услуг, до этого сильный отчет по производственному сектору. У нас очень сильный отчет очередной по рынку труда, производительность труда выросла, я думаю, что 1,5% это чуть ли не максимум за последние 2,5 или даже 3 года с 1,9%. Разочаровали заявки на пособие по безработице 298 тысяч. Так высоко это значение мы не видели уже больше 2 лет. То есть вы помните цикл, тренд недельного снижения запасов и нахождения этого индикатора ниже 300 тысяч выдерживался больше 125 недель. И сейчас, судя по всему, он уже в одном шаге от того, чтобы прерваться. Происходит это по причине именно факторов и форс-мажоров, о которых я говорил. Именно ураганы, собственно, влияют на ситуацию с рынком труда. Поэтому нам тоже нужно изначально уже подзакладываться под то, что нам придется поработать несколько с другими цифрами, которые вынуждены будут реагировать на то, что происходит. Выступление представителя американского регулятора вчера Лоретты Мейстер, Эстер Джордж и Уильяма Дадли, традиционные коллеги наши по оценке перспектив ФРС, но правда они еще и влияют на решение. В целом позиция практически такая же, как и раньше. Ситуация на рынке труда и ситуация с инфляцией, может быть, пока что, ну, в основном с инфляцией, и сдерживает большую решительность ФРС по росту процентных ставок. Однако в планах последовательной постепенности, люблю я вот этот оборота слов, поскольку очень удачное, опять же, употребление, которое внесла на заметку всеобщего глобального обсуждения еще Джанет Йеллен во время своей последней пресс-конференции. О последовательной постепенности все-таки соответствует еще одно решение по росту процентных ставок.
в декабре. Но уж не знаю, насколько все-таки американский регулятор сможет выйти на это решение, учитывая то, что мы с вами говорим про ущерб экономического формата в 1 триллион долларов для американской экономики. Это очень и очень много, особенно для страны с таким долгом, особенно для страны, которая не может реализовать налоговую реформу, потому что конгрессменов не устраивают те планы, которые предлагаются администрации Трампа. Почему? Потому что, снижая налоги, Трамп не может ничего предложить в плане, откуда будут компенсирующие поступления, за счет чего, опять же, получать дополнительный доход от бюджета. И вот сейчас еще минус 1 триллион на восстановление инфраструктуры. Это все, даже помимо спроса на защиту, является уже тревожным сигналом для доллара. Может быть, даже я немного приукрасил с последствиями и с возможными разрушениями, которые станут реальностью. Но лучше, как говорится, здесь перебдеть. В данном случае, если окажется, что мы можем в меньших красках уже говорить про все эти проблемы, мы, скажем, смягчим свою позицию и в начале недели, ближе к концу следующей недели, снова вернемся к нашим старым добрым сценариям. Но пока этого сделать не можем. По европейской валюте заседание ЕЦБ. Все как и планировалось. Ставка без изменения, ставка рефинансирования 0%, ставка по депозитам минус 0,4%. Ждали мы после этого и выступление Драги. Выступление было, на мой взгляд, крайне предсказуемым. С чего начал Драги? С того, что текущая экономическая конъюнктура и ситуация на рынке является основной причиной, по которой Европейский центральный банк не будет отказываться от используемых нетрадиционных способов поддержки экономики, от действующей программы количественного смягчения и низких процентных ставок. Более того, если ситуация ухудшится, объем выкупа активов может быть расширен. Поскольку последние индикаторы, которые указывают на состояние экономики, сигнализируют о том, что еврозона не потеряла импульс экономического роста, ЕЦБ оказался настолько щедр, что пересмотрел прогнозы по росту экономики с 1,9 до 2,2% до конца этого года. И потом началось самое интересное. Драги ждали все, что он начнет говорить про обменный курс. А если бы не начал, уже были готовы вопросы со стороны, опять же, тех, кто присутствовал на этой пресс-конференции, касающиеся этой темы. Но Драги отметил то, что обменный курс не является целью, не является тем, скажем, индикатором таргетирования, на который ориентируется Европейский центральный банк. Но ЕЦБ прекрасно понимает то, что чем выше сейчас евро, тем дольше придется, скажем, идти к цели по инфляции в 2%. Европейский центральный банк исходил ранее из того, что есть условия на протяжении 2018 года достигнуть цели в 2%, но курс, который закладывался под этот прогноз евро-доллара, был на отметке 1,08. Сейчас мы наблюдаем отметку 1,20. И если, опять же, спрос на защиту будет сохранен в ближайшие дни на таком уровне, как сейчас, евро-доллар улетит из отметки 1,22 и 1,23. И каждый 100 пунктов, опять же, восходящего движения сейчас, будут стоить европейской экономике по показателю инфляции 0,1%. И Европейский центральный банк вчера, исходя из этого, пересмотрел прогнозы по инфляции, отметив то, что даже в 2018 году лучше, на что стоит рассчитывать, это показатели в 1,3%. То есть цель в 2% придется ждать еще очень и очень долго. И вопрос на засыпку, будет ли ЕЦБ, исходя из этого, изменять текущий вектор монетарной политики. Конечно же, нет. Если бы у нас не было причины, не было оснований сейчас с головой окунуться в ураганы и последствия, не было оснований сейчас говорить о том, что именно этот фон и сдерживает сейчас ослабление европейской валюты, мы бы уже увидели то, что евро оказался бы гораздо ниже текущих значений и тестировал бы отметку 1,18, либо даже еще выше. Но евро сейчас из-за низких процентных ставок, из-за того, что эту валюту используют в качестве валюты фондирования, никак не может противиться вот этому спросу, который идет на защитные инструменты, и ничего не может поделать с ослаблением доллара. Сейчас невозможно наблюдать такую картину, чтобы евро валился и доллар тоже. Вы тоже это должны понимать, друзья. Но это отнюдь не причины, за которые мы должны отказаться от долгосрочной позиции по снижению евро. Я надеюсь, будем надеяться, что все-таки этот ураган не будет занимать наше внимание долгое время. И уже в ближайшие дни мы оставим его, опять же, задним фоном. И как только это случится, я первым вам снова анонсирую и расскажу
буду рекомендовать, что евро нужно продавать. Но пока очень трудно это делать. Фунт вчера добрался пятинедельного максимума. Считается то, что фунт отреагировал на обсуждение законопроекта Брексита в парламенте. Но все мы прекрасно знаем, что это бред. Фунт отреагировал ростом на слабость доллара. А слабость доллара, вы уже все прекрасно знаете, чем была вызвана. С фунтом тоже нам приходится мириться сейчас, что возник тот самый повод, который покруче даже обсуждение очередного раунда переговоров по Брекситу. Но, опять же, долгосрочная позиция это никак не меняет. Нужно поработать с краткосрочными рисками, которые сейчас поставили на очень такой серьезный стопор наши с вами инвестиционные идеи по снижению, опять же, ряда рисковых инструментов. По фондовому рынку я начал, собственно, этот брифинг с того, что оценивал ситуацию, которая происходит сейчас. Рекомендую вам попробовать продать эту фонду. И если хотите, продавайте вообще все фондовые индексы, бенчмарки регуляторов. Потому что если S&P у нас начнет снижаться, вы понимаете, что здесь цепная реакция сработает и через прочие инструменты. Такая же коррекция будет характерна и для них. Ну, друзья, надеюсь, что вам ясны те, опять же, идеи, которые я пытался озвучить, обозначить вам. Ясен тот риск, с которым мы вынуждены работать сейчас. Вам понятно, что нужно делать. Самое главное нам сейчас остается верить в то, что этот ураган, бог с ними, со спекуляциями, не станет причиной человеческих жертв. Это будет самый лучший сценарий. А к спекуляциям и к сделкам мы с вами, конечно же, еще вернемся и, как всегда, сможем заработать. В общем, ждем и следим за развитием событий. Друзья, на этом позволю, давайте закончим. Затянули мы немножко, но, думаю, вы меня извините. Увидимся мы с вами в понедельник в 9:30 на традиционном прямом эфире через Перископ. Также в понедельник пройдет еще и вебинар. Если есть вопросы, если вы тоже хотите высказаться, вот как и сегодня я хотел побыстрее увидеться с вами, чтобы рассказать все, что мне удалось нарыть, пишите на канале на YouTube. Будут вам благодарны все, кто смотрит каналы, и я тоже присоединюсь к дискуссии, к обсуждению. Огромное всем спасибо, кто проявляет активность, кто слышит то, о чем я прошу. Ну и огромное всем спасибо, как и всегда, самым нижайшим поклоном тех, кто ставит еще параллельно. И лайки, большие пальцы, это, на мой взгляд, не так уж и трудно сделать, особенно если вы на канале. Благодарю всех вас, хороших вам выходных, возвращаемся в понедельник и готовимся к еще более крутому спросу на защиту. Если вы не поняли мой намек, это намек между строк, может быть, сегодня схитрить и перед закрытием торговой сессии попробовать несколько даже преувеличить с рисками, но подставить на рост защиты с целью, опять же, поймать гэп на открытие в понедельник, если таковое будет. Всего доброго вам, до свидания.